Я все-таки понял, что такое означает для российской армии это «З». Задница. Я это еще одно задница. Слово, я не могу его назвать. На букву «П». Какая? Ну, вот есть еще слово на букву «П», там тоже посредине буква «З», а в конце «ЕЦ». Вот. А, я знаю, типа «Заяц», да. Только иначе, я понял. Но они же пишут «З», это задница. То есть, что вас ожидает? Задница.